7 миллионов гривен – такова сумма долга по зарплате макеевчанам. Об этом сообщила на сессии городского совета начальник управления экономики Евгения Кушнир. По ее словам, долги имеют свыше 30 предприятий. Именно из-за невыплаты зарплаты город не выполняет план поступлений в бюджет. Общий налоговый долг составил больше 100 миллионов, подчеркнула начальник управления экономики. Сумма, недоплаченная в городскую казну, превысила 40 миллионов гривен. Месяц же назад долги по зарплате были почти вдвое больше, заметила Евгения Кушнир. Кроме того, 32 предприятия имеют задолженность по заработной плате, которая на протяжении первого полугодия практически не изменялась и оставалась на уровне 15 миллионов. 60% этой задолженности – это задолженность шахтоуправления «Донбасс». На настоящий момент задолженность этим предприятиям погашена, и общая задолженность по городу на конец августа составляет 7 миллионов.